Вот та самая степь с дикими тюльпанами, которые находятся под Новоузенском. Сейчас эти тюльпаны выглядят очень маленькими. Длина их стебля 7-10 сантиметров. Они очень сильно отличаются от тех, что мы привыкли видеть в магазинах. Но местные утверждают, что уже в июне они вырастут до 25 сантиметров, будут намного больше. Мы встаем в круг, соперники, и выталкивают друг друга плечом и из круга. Кто победит, тот и получает сладкие призы. Кто проиграл, тот и валяется на земле. Ну да, так чуть-чуть напылился. Как я выгляжу? Отлично. Великолепно. Стоял в кругу. Какую? Да любую. А вот эту? Да. Дальше что? И толкаем. Выталкиваем. Начали. Го-го-го! Мы представляем татарскую юрту. Быт наш, как в то время жили, когда еще татары были кочевым народом. Потом уже они осели. Это наши национальные блюда. Чак-чак, пярямяч, пироги. Катек у нас, кислое молоко. Летели из Саратова. Зона лесов. Зона степная, где вы находитесь. И находимся на границе полупустыни. Ни один регион не может в Российской Федерации сказать, что у него есть такая география. Ну и посмотреть на фестивале, на это поле тюльпанов. 264 гектара. Это чудо, которого также нигде нет в Российской Федерации. Который только что услышал от ведущих, что тюльпан — это не только весна, не только любовь, но и гармония, оказывается, и стабильность, чем сегодня отличается наша Саратовская область. Подписывайтесь на открытый канал. Еще больше новостей на fnvolga.ru. Мы не боимся говорить правду.